Всем привет, дорогие друзья! Я украинец и сейчас нахожусь в Швейцарии. Так, это моя кухня. Сейчас покажу вам, что у меня находится в холодильнике. Соответственно, смотрите, в холодильнике уже практически ничего не находится. По ценам давайте хотя бы я вам минимально скажу. Смотрите, вот такой вот салатик я Виталий покупаю за 50 центов, евроцентов. Кола 0,60, ну 60 центов, это в Швейцарии. Сыр покупаю я Виталий за 3 евро. Масло Виталий за евро 60, евро 70. Пиво, это в Швейцарии, 0,60. Огурцы Италия, 1 евро. Это Швейцария, 2 франка. Так, ну в принципе и вино тоже 2 франка. Такое вот вино, 2,5 франка, самое дешевое, бьянка, сицилийская, но оно такое как бы невкусное, можно так сказать. Так, это масло Алея, 2 евро. Италия, это тоже Италия, кетчуп, 1 евро. И это тоже 1 евро, суго, вот такая вот темка, это в Италии. Оливки, 1 евро, Италия тоже. Чеснок, это Швейцария. Получается, я покупаю в разных магазинах и вот вам рассказываю, где что как бы как оно есть. 1 франк, Швейцария. Так, что я еще купил? Морковку я купил за 1 евро в Италии. Так, здесь у нас были апельсины. За 2 евро 3 килограмма апельсины были. Ну, как-то так вот. По минималке я вам рассказал. В принципе, как-то так. Так что подписываемся на канал, кто еще не подписан, кому что интересует, вообще по ценам задаем вопросы. Я украинец города Киева, и сейчас нахожусь в Швейцарии, еще раз повторюсь. Макарончики, килограмм макаронов с твердых сортов пшеницы, 1 евро, тоже Италия. Намного выгоднее покупать все в Италии, потому что вот такая, например, пачка макаронов будет стоить в Швейцарии где-то около 2 франков. Получается где-то примерно в 2 раза дешевле. Некоторые, конечно, продукты дешевле, некоторые дороже. Например, я рис покупал, так рис я купил в Италии за 4 евро килограмм. А это как бы, получается, ладно, что-то неправильно сказал. Здесь в Швейцарии есть за 1,5 франка рис. Смотрите, соль, вот такая вот килограммовая пачка. Это в Италии я покупал за 25 центов. Это евроцентов. Итальянских. Вот такую я, друзья, кофеварочку нашел на помойке, можно так сказать. Здесь красивыми словами это в Швейцарии называется эко-центр. Получается, швейцарцы приезжают, выбрасывают все на помойку сортирующую. А все, что более-менее нормальное, люди как бы берут, те, которые работают там, берут себе вот это для жмыха. Для всякого этого всего тут будет. Ну, короче, одним словом, все, что выбрасывают, все несут, все, что хорошее, все несут в магазин. И в магазине можно брать бесплатно, без никаких документов, просто вот так вот. Смотрите, фирма Saeco, довольно-таки знаменитый бренд. Все, в принципе, друзья, что еще могу вам сказать? Что я еще взял на эко-центре? Вот такой вот гиро-шлем. Это я для своих взял, когда приедут ко мне. Подушки взял тоже, 3 подушки, эти наволочки на подушке, как они называются, да, ну как-то так. Так, еще взял швабру, взял вот такую вот, смотрите, тоже, опять же, чтобы не покупать. У меня здесь квартира, ничего вообще нет, смотрите, вообще, она пустая, полная. Я когда пришел на квартиру, вообще здесь ничего не было, потому, друзья, в любом случае надо что-то мне покупать. Так, велосипед еще тоже купил в Швейцарии за 25 франков. 25 франков это, ну, короче, одним словом, где-то примерно 1000 гривен на наши украинские гривны. Вот такие вот, друзья, дела. Вот так вот я живу в Швейцарии. Как бы я здесь временно перемещенный. Я, по сути, не беженец. Я могу уехать отсюда куда захочу и когда захочу. Так что... В принципе, к беженству это, по сути, сильно не относится. Ну все, друзья, в принципе, подписываемся на канал, кто еще не подписан. Ставим лайки, комментарии пишем. Вот такие вот штуки еще набрал. Этих штук набрал, это по горам можно ходить.
сами понимаете, такие штыри, которые помогают вам позвоночнику, чтобы не болела спина. Смотрите, и один из этих штырей стоит 125, блин, ничего не видно. Видно, не видно, 125 франков. Это получается 5000 гривен, два штыря. Конечно, цены здесь космические. Все, друзья, на этом я заканчиваю видео. Могу еще показать вам вид из окна. Все-таки не могу никак закончить видео. Вот как-то так вот. Все, всем пока, до новых встреч. Жду вас в комментариях.